Николай Ростов после Тильзитского мира с Наполеоном продолжает служить по Павлоградскому полку, где уже командует эскадроном, принятым от Денисова. Он все чаще получает письма от матери с жалобами, что дела в имении при старости и мягкости доверчивого отца идут все хуже. Николай узнает о помолвке Наташи с Андреем Балконским и ему очень не нравится, что свадьба отложена на год. Весной 1810 года мать пишет Ростову, «Ежели он не приедет и не возьмется за дела, то все имение продадут с молотка, и все пойдут по миру». Николай берет отпуск из полка и возвращается в родное поместье отрадное. Простой грубоватый гусар Николай смыслит в хозяйственных делах не больше отца. Его вмешательство в них ограничивается тем, что он на третий день приезда избивает жуликоватого управляющего Митеньку. Потом Николай машет на все рукой и с увлечением придается делам псовой охоты. В сентябре Николай и Наташа и их 14-летний брат Петя и старый граф во главе свары из 130 собак в сопровождении 20 конных ловчих едут травить волков. Близ леса они встречаются с дядюшкой, дальним небогатым родственником, который тоже выехал поохотиться. Все охотники становятся по своим отдельным местам. Большой матерый волк вначале появляется вблизи графа Ильи Андреевича и его стременного Семена, но те по своей старости упускают зверя. Николай на своем месте возбужден ловлей так, что даже молится Богу вывести волка на него. Волк выбегает прямо на Николая, и Ростов бросается на него со своей сворой. После долгой схватки лучшая собака Николая, Карай, бросается волку на горло. Опытный ростовский охотник Данила падает на зверя, схватив его за уши. Огромного волка связывают и с торжеством живым везут на лошадях. Охота продолжается травлей и лисы. На ту же лисицу внезапно спускают собак чужие и ловчие. Оказывается, что это выехал охотиться сосед, помещик Илагин, с которым Ростовы враждуют и даже состоят в суде. Назревает крупная ссора, однако подскакавший Илагин ведет себя дружелюбно и учтиво. Он извиняется перед Николаем за своих охотников, делает комплименты Наташе и приглашает поехать на травлю зайцев в свой лес. Охотники поднимают там русака. Николай, дядюшка и Лагин, делая вид безразличия, но каждый со страшным волнением, следят, как зайцы гонят три их собаки ⁇ Милка, Ругай и Ерза. В этом упорном соревновании русака схватывает дядюшкин Ругай. Счастливый дядя едва не со слезами на глазах забирает зайца. Охотники, забыв обо всем, в самозабвении обсуждают гон. После охоты Николай, Наташа и Петя заезжают к дядюшке в деревню Михайловку. Их угощает там простой закуской Анисья Федоровна, экономка и сожительница дяди. Женщина лет сорока, толстая, румяная, красивая, со спокойными и плавными движениями. Дядюшкин кучер Митька в соседней комнате наигрывает на балалайке барыню. Дядя и Николай с удовольствием слушает его игру, а Наташа приходит от нее в настоящий восторг. Дядя сам мастерски играет на гитаре песню по улице Мостовой, подмигивая Нисье Федоровне, а потом начинает плясать русского. К нему присоединяется Наташа. Она пляшет по народному, с платком, так умело и естественно, что все девятся. Где молодая барыня, воспитанная француженкой мигранткой, умудрилась набраться этого? Денежные дела Ростовых расстраиваются окончательно. Они чересчур щедры. У Ростовых живет множество родственников, гувернантов, за стол садится не меньше двадцати человек. Граф и графини начинают толковать о продаже родового дома. Графини хочет женить Николая на богатой московской барышне Жюли Карагиной и уже сговаривается об этом в письмах с ее матерью. Но Николай отказывается жертвовать своими чувствами к Соне. Графини злится на Соню – и больше всего за то, что эта бедная племянница так кратка, добра и верно с самоотвержением влюблена в Николая, что нельзя ни в чем ее упрекнуть. На Наташу в конце четвертого месяца разлуки с князем Андреем начинают находить минуты грусти. Ей жалко, что она даром ни для кого пропадает все это время. Чувствую себя столь способной любить и быть любимой. Она уныло бродит по дому, говоря старой графине. Его мне надо. Сейчас, сию минуту, мне его надо. За что я так пропадаю, мама? На святке Кростовым являются ряженные, молодые члены семьи сами переодеваются. Николай в старую барыню, Петя в турчанку, Наташа в гусара, Соня в черкеса. На четырех тройках с дворовыми они в лунную ночь едут к соседке, вдовой помещице Милюковой, у которой много разного возраста детей. Молодежь Милюковых, увидя Ростовых, тоже обрежается. После песен и плясок, в которых крестьяне участвуют вместе с барами, девушки рассказывают друг другу страшные истории о святочных гаданиях. Соня решает идти одна в темноте слушать камбару. Ей говорят, что если она услышит стук, то это к худу, а если пересыпание хлеба, то к добру. Николай украдкой выходит из другой двери, подстерегает у амбара Соню и целует ее в губы с усами, нарисованными и пахнущими жженой пробкой. На обратном пути Николай то и дело с нежностью оборачивается на Соню и шепотом говорит Наташе, что окончательно решил жениться на ней. Наташа горячо одобряет намерение брата. Приехав домой, Наташа с Соней уходят в свою комнату. Долго сидят, разговаривая о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы. А потом начинают гадать по зеркалу. Наташа ничего не видит в зеркале. Ничего не видит и Соня. Но уступая жадному желанию Наташи, который нетерпеливо ждет какого-нибудь предсказания, говорит, что видела там лежащего князя Андрея. Николай объявляет матери о своем желании жениться на Соне. Мать говорит, что не даст ему благословения на этот брак и называет Соню интриганкой. Вспыльчивый Николай готов к окончательному разрыву с матерью, но ссору кое-как улаживает Наташа. Николай уезжает в полк, чтобы окончательно выйти в отставку и по возвращении жениться на Соне. Старая графиня от душевных волнений заболевает. Граф Наташа и Соня едут без нее в Москву, где нужно срочно сделать приданное и продать дом.